Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, и с вами вновь канал «Это не диалоги о рыбалке». Сегодня выехал реанимировать переметы. Думаю, у меня это получится. Сегодня у меня вот такое отопление, с которым я уже просто охренел. Ершей поймал, теперь осталось их только сохранить, так как уже в кане вода здорово промерзла. Ее еще надо поменять. Погода сегодня некомфортная, минус 34 градуса, плюс еще ветерок. Так что я уже тут охренел с этими свечками. Будем собираться и валить к переметам. Там долбить и греться. Ну что, друзья, начнем проверку. После шестидневного застоя проверить не давал мороз. Сидел и берег свое здоровье и технику. Тут сегодня один придурок какой-то мне ВКонтакте на стене написал: хорош бухать, переезжай на реку. Если кто так же думает, люди дорогие, я не бухарик, я не сижу, не квашу водку неделями. Если выпил день, все, хорош. А то уже в алкоголики меня записали. Охренели совсем. Так прям хочется в это время послать на три советские буквы подальше на Енисей. Таких товарищей. Смотрим, друзья. Думаю, если что попало, то уже, наверное, давно уснуло, если сильно заглотили. Перед морозами как раз вроде все наживил, я точно уже и не помню, забыл. Ну, надежда на живых все равно есть. Да и ничего не пропадет. Все пойдет в дело. Все пойдет в пользу. Если что и будет. О, живчик. Маленький, но живой. Ага. Этот с копыт сбился. И уже давненько так. О, есть еще живой. Ходи сюда. О, еще один дохлячок. Собачкам. Ну вот так вот, вот такой вот улов, три живых жаренка и подегрипал. Ладно, теперь самое хреновое — это наживить
Ветер дует, так что я сегодня в перчатках. Ну что, друзья, посмотрим, что в этой черной дыре. Успел я все отмаслать, пока жгучее яркое солнышко не село до конца. Что-то, слушайте, у меня зацеп там прям жесткий. Ай, ё-моё. Походу на лимы за что-то там замотали. Опа, оторвал. Что-то оторвал. Задёва прям жесткая такая была. Угу. Перегрипал. Есть. Тут сход был, крючок загнут, все скручено, хороший, видать, налим был, раз крючок выгнул. Ну и есть кто-то там живой, потяжки идут. Вот, вот задева была. Вот этот совсем разогнутый. Вот это я его сейчас драл. А попробуем выпрямить. Что там, интересно, на дне такое залегло. Это живчик. Вот такой уже ничего. Такое же нормально. Почти выкрутился. Килограмма 3, 3,5. Вот он накрутил тут. Вот он намотал. Да, сейчас свеженьких сюда ёршиков. Крючок только выпрямить еще. Пассатижи у меня, по-моему, с собой нету. Ух ты, там еще налим есть. Еще один педигрипал. О, этот совсем бледный. Этого оставим ворону. Или лиса ночью, может, придет. Этот совсем бледный. Такого дома варить запах будет ужасный. Так, ну что тут у нас? Нет, не этот. Как бы тебя загибнуть-то? Гнись уже, чтоб в работе стоял. Сейчас мы с тебя что-нибудь изобразим. Ага, уже пойдет. Вот так.
осталось только наживить. Как всегда, с вами был я, Костян. Как всегда, с вами был канал «Это не диалоги рыбалки». Хреновая погода, но реанимация прошла успешно. Успел до полного заката. Закат прям офигенный. Восхода закат. Подарок жены и детей выручает. Прям здорово. Снегоход даже не успевает остыть под ним. Ершей рыбачил, запустил и так в чехле и уехал. Мне от того места километра два спокойненько в чехле умотал. Ладно, буду наживляться и домой. Всем не хватает чешуи на ваших водоемах. Ну и до встречи, думаю, на завтрашней проверке. До встречи, друзья!